Наташа Королева вывела в свет невестку-стриптизершу. Певица посетила театр в компании сына и его девушки. Наташа Королева долго не признавала девушку сына, но ситуация изменилась. На днях мать Архипа Глушко решила выбраться в Большой театр, взяла с собой сына и его девушку. Ранее, как сообщает «Комсомольская правда», между певицей и избранницей наследника были натянутые отношения. Причина проста: звезда эстрады считала, что это просто увлечение, ничего серьезного. Даже называла Мелиссу Волынкину случайной залетной птичкой. Но время шло, отношения укреплялись, и девушка бросила стриптиз. Сейчас она работает визажистом и даже делала макияж Наташи Королевой для съемок в «Глянце». Похоже, что лед растоплен, и Королева окончательно смирилась с выбором своего отпрыска. Семейный психолог Наталья Панфилова называет такую ситуацию типичной. Родители часто считают, что их дети достойны каких-то других партнеров. Убедить родителей невозможно. Тут только время покажет и поведение партнера. Со временем родители начинают примиряться. Они видят, что пусть это не самый лучший партнер для твоего ребенка, но вполне себе подходящий, утверждает психолог в беседе с порталом Blitz. Center. Психолог считает, что не стоит делать какие-то сверхусилия, чтобы понравиться родителям партнера. Нужно просто соблюдать правила хорошего тона.